Экскурсия по аэропорту Уфа стала настоящим двухчасовым путешествием, причем не только увлекательным, но и познавательным. В музее для ребят подготовили презентацию, а их родителям подробно рассказали о правилах досмотра и перелета пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Когда мы летали, да, мы были как бы организованной группой. Вот, то есть, ну, не задавались вопросом, а если мы полетим, конечно, одни, нам было полезно узнать, что нужно как бы заранее предупредить. Ну а зрелищная часть ждала ребят чуть позже. После музея они побывали в тех местах, куда заходить могут только сотрудники аэропорта. Детей провели по багажному отделению, наглядно продемонстрировали работу кинологической и пожарной служб авиационной безопасности. Специально для ребят здесь организовали выставку аэродромной техники. Ничто иное, как восторг, вызвали у детей сами самолеты. Удалось даже посмотреть, где и как ремонтируют воздушные судна. Добавлю, что многие из ребят видели самолеты вживую и так близко первый раз в жизни. Очень понравились самолеты. Они очень большие тут. Я на поезде только один раз путешествовала. Хотелось бы тебе на самолете путешествовать? Очень. Экскурсию для детей-инвалидов здесь организовали впервые в рамках социального проекта «Погуляй со мной». Место проведения было выбрано не случайно. Мероприятие приурочили ко Дню воздушного флота, который празднуется 21 августа. Отличительная особенность проекта «Погуляй со мной» – это бюджет 0 рублей. Дело в том, что это все вклад социально активных граждан Уфы, либо каких-то спонсоров там, предприятий или организаций. Детишек забирают с подъезда, довозят до мероприятия, также привозят их обратно. И это все на как бы волонтерских началах. Обычно мы стараемся именно сделать это развлекательным, обычно мы стараемся рассказать о своей работе вот с точки зрения какой-то наглядности, зрелищности, с точки зрения выставок аэродромной техники. И впервые именно для этой экскурсии мы действительно подготовили очень хороший, очень большой блок теоретической информации. Возможно, впоследствии будем внедрять его для всех приходящих. Из аэропорта ребята уехали не с пустыми руками, каждому вручили памятный подарок. А некоторым из детей настолько сильно понравился столичный аэропорт, что они даже не хотели отсюда уезжать. Гульшат Салимова, Азат Петров, Башкирское спутниковое телевидение.